Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 2, урок 11. Реши задачу разными способами. На 2 квадратных метрах земли посадили 16 кустов клубники. На какой площади можно разместить 80 кустов клубники при сохранении плотности посадки? Дано краткое условие. Решаем задачу разными способами. Способ 1. Первое действие. 16 разделить на 2 равно 8 кустов можно посадить на 1 метре квадратном. Второе действие. 80 разделить на 8 равно 10 квадратных метров. Столько нужно, чтобы посадить 80 кустов. Способ 2. 80 разделить на 16 получится в 5 раз больше кустов можно посадить. 2 умножим на 5, получим 10 квадратных метров, можно посадить на них 80 кустов. Ответ. 10 метров квадратных требуется для высадки 80 кустов клубники. Б. Составь задачу по выражению. 27 разделить на 15, деленное на 5. Бабушка истратила 15 рублей на покупку слив. Сколько таких же слив купила Маша, истратив 27 рублей? 27 разделить 15, деленное на 5, в скобочках, ответ 9 слив. 15 разделить на 5 получится 3, то есть 3 рубля истратила бабушка на покупку одной сливы. 27 разделить на 3, получится 9 слив купила Маша, истратив 27 рублей. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.